Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 5 октября 2022 года. Чак у нас хочет раздеться. У него пока ничего не получается. Он одет в костюмчик, который едет вместе с ним в новый дом. Сегодня малыши Ксюши уезжают у нас на вторую заключительную прививку, после которой Чак едет в новый дом, потому что он живет с нами по соседству, и малыш у нас в резерве, чтобы взад-вперед его не катать. Мы сразу его отправляем после прививки карантиниться и жить в новом доме, где его уже с нетерпением ждет мамочка Лариса Васильевна. И по просьбе мамы мы ему связали костюм. Также у нас едут с Чаком два лежачка плюшевый и цвет павлина. А вот так не нравится ему костюм, ему хочется снять, но он не понимает, как это сделать. Мы первый раз в жизни его нарядили, да, скажет, да что вы со мной сделали? Вот. И поэтому я делаю это видео, чтобы показать, что едет еще у нас с Чаком. Ветпаспорт вот такой у нас красивый, с прививками и с чипом. Значит, метрика щенка от нашего клуба, пожалуйста. Вот так вот она упакована в папочку. Ай-яй-яй, не съешь свой паспорт. Так, подарок от фирмы Royal Canin. В подарке помимо корма по возрасту, который сейчас необходим нашим малышам, книжка «Руководство по уходу за щенком». Там, в общем-то, неплохая информация. Все, как прививать, как чего делать. Вот, обязательный предмет в пакетике – это пеленка с запахом дома, чтобы малыш знал сразу в новом доме, куда ходить писить. Ну и, собственно, да, сейчас скажи, я ее съем. И, собственно, все. Давайте пожелаем Чаку долгих-долгих и счастливых лет жизни в новом доме. Ну а мы сегодня ждем. Да, молодец, он с собой сразу сам свои пакетики несет домой. Скажи, все котомочки сам несу, везу домой, да. Вот, к костюмчику, скажем, мы уже и привыкли. Да паспорт-то, господи. Документ это сай. Вот. А мы ждем обратно, когда папа наш вернется из города. Новых питомцев нам привезут. Новых питомцев сегодня. Если вам интересно, дорогие друзья, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока-пока. Ой, когда это снимите вы с меня. Снимите, скажу, то все сам сниму. Шапку снимать.